Привет, друзья! С вами раньше всех Новороссийск. Квадрат – это парковка, которая располагается между Ушаковкой и мемориалом «Малая земля». Раньше это была обычная парковка, но последние, наверное, лет 5 здесь любят собираться автомобилисты, которые владеют крутыми тачками. Сегодня суббота, говорят, они в этот день и собираются. Должно быть многолюдно. Поехали! Сначала идут машины с автозвуком, дальше в сторону косы. Стоят действительно крутые машины. Вот там, кстати, парочку стоят. Давайте посмотрим их и, может, даже с кем-нибудь пообщаемся. Привет, меня зовут Алексей, мне 39 лет, у меня BMW 36. Занимаюсь дрифтом уже на протяжении 10 лет, катаюсь по соревнованиям. Увлекаюсь, так как самое любимое, наверное, занятие – это дрифт. Купил я ее за 100 тысяч, то есть в плачевном состоянии. Поставили туда мотор, пока 2 литра, М50, 150 лошадей. Переделали ходовку. Sex appeal, I can feel. Too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found. Ever since you've been around, you're the woman that I want, so I'm putting it down. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Так как эта парковка располагается в черте города, здесь есть все. И рестораны, и кафешки, и туалеты. Все, что нужно автомобилистам. Парковка располагается в южном районе, рядом с Ушаковкой. Друзья, ну вот такая у нас получилась прогулка по одной из самых знаменитых парковок Новороссийска. Люди катаются на своих машинах. Это действительно круто. Увидимся с вами в новом ролике. Спасибо, друзья. Пока.